вознесся в раю человек, свою немощь и малость не осознал. Он от гордости сразу оглух и ослеп, и не понял, что дьявол подсунул обман. Человек очень слаб, он слабее мошкары, уничтожить его очень просто. Исчезают подчас от воды и жары, от болячки любой и коросты. Так чего же гордится слабейшая тварь, обладая смыслом и речью? У природы он раб, никакой он не царь, оказалось, гордиться и нечем. Вошь, комар или клещ побеждает его, непонятный, незримый, но грозный микроб. Вышибают с земли, загоняют пинком через боль и страдания в гроб. Только охи да вздохи поверженной твари, непорядок в мозгах отнимает язык. Паралич и инсульт, и обычная старость, путь здоровья отрезан, сожжены мосты. Бог, Создатель, любовь, не покинул меня, мою волю почтил, наделивши свободой. Дал мне право уйти или нежно обнять, за столом быть на вечере годным. Бог решил возродить беглеца-наглеца, вызвать жизнь смердящего в склепе. Жил во тьме, но повязки сорвал он с лица, здравым стал бесноватый калека. Что за счастье познать свою немощь, ничтожность и припасть на Голгофе в подножье Христа? Но сюда не придет атеист и безбожник, будет биться о камни, скрываться в кустах. Сила в Боге. Его Иеговою звать. Он к нам Духа Святого с любовью послал. Убелил и одел, ни при чем тут листва. В человека возрос, несмотря что так мал. 29 июля 2006 года.